200 тысяч рублей. За 12 дней работы интернет-магазина удалось заработать 8-летнему Толе Кацину. Герой нашего проекта «Дари добро». Мальчик, больной ДЦП, продолжает продавать сувениры со своими рисунками, чтобы собрать средства на реабилитацию. И вот первые итоги. Всего совершено 154 заказа на 288 позиций. А лучше всего расходится линейка сувениров с жирафом. В запасах даже ощущается некоторый дефицит. Например, футболок всем желающим уже не хватает. Поэтому Толины родители в срочном порядке заказывают новую продукцию. Подарки от Толи приобретают не только жители нашей страны. Несколько посылок уже отправлены за рубеж. А, впрочем, больше всего заказов приходит из Красноярска. История Толи Кацина тронула многие сердца. Вот и телеведущая Анастасия Солопека не удержалась и приобрела для себя дефицитную футболку с жирафом. Пока она еще и не получила, но уверяет, что носить будет с гордостью. Ты просто смотришь на этого мальчика, и тебе хочется хотя бы какую-то маленькую лепту внести, чтобы все у него было хорошо. Я причем убеждена, что у него великое будущее, и как у художника тоже, и как у человека. И я думаю, что и со здоровьем у него все будет в порядке, но главное именно сейчас ему помочь.